ребята, с вами ваш Матч Кофе Фреш Эксайл и Паша Клэнс. И сегодня мы с вами будем крафтить кое-что очень и очень дорогое, а также открывать кейсики в Ко-Гоу! Всем здорово, ребята! Тра, народ! Гугузька, грузики, здрасте! Тра, народ! Ребята, как вы заметили, я сегодня без вебочки, потому что я немножечко приболел, понимаете, климат поменялся, вот это вот все из солнечной Америки в снежную Сибирь, как бы. Натуральный климат. Да. Ребята, сегодня мы с вами будем крафтить статтрековскую императрицу за очень-очень много денег. И, а Франклин я купил, потому что я думал, что можно будет второй контракт замутить. Но, насколько мы видим, Франклин не крафтится, сука. И поэтому я вот, смотрите, могу разыграть его только 22 ноября. Я Франклина раздам вам после 22 ноября. Так что пишите комментарии. Выберу рандомно. Пишите, короче, Steam ник или трейд ссылку, и я рандомно раздам Франклин. Давайте, пожалуй, начнем с нашей соляночки открытия кейсов. Потому что я купил очень много разных ключей. Че, ты посмотрел, что мне нож выпал? Нет? Да. Пока операция «Прорыв» у нас крутится, нож бабочка не прилетает, к сожалению. Если ролик соберет 10 тысяч лайков, я удалю канал, все, пока. Серьезно. Ребят, с Алексом Фоксом почти про каналом мы собрали 120 тысяч лайков. Это вообще капец. Короче, здесь 200 тысяч набираем, и 200 тысяч на следующих, и еще 200 тысяч на следующих. И Фреш пока... Я сам лично выпущу отдельный ролик, где будет лицо Фреша плясать там под музыку. Давай вон тот. Ой. Вон тот, какой? Красный? Вот этот. Левее, да. Ага, все, открываем. Чуть правее. Ой, так, где-то чувак, мариновая месть у нас пролетает. Пролетел, да. А знаешь почему? Потому что он не выпадает. Потому что не выпадает, да. О! Лол! Я в последнюю секунду увидел, что там скоростный зверь. Подожди, а сколько ты стоишь-то, пупсик? 800. Да, 837 рублей, офигеть. Что, пацаны, аниме? Блин, а как луна может лаять? Ну да, кстати, волки. А, лает на луну, лает на луну. Луна знаки весов, знаешь, скин такой. Да, есть такой, это чай. Мне нравится, Вести, чай. Да, зато в КС нету. Зато есть такая бензоколонка. Вести? Да. Бензоколонка? Чё? Вы что, не шарите? Нет. Бензоколонка Несте, вы что? Несте, она называется. А, Несте. Ну, вот это вот, знаешь, перековерка. Мы-то чисто по инглишу, как бы. Мы чисто по инглишу разговариваем. Нести и там. Че, Кирилл нормально скатался к голубкам? Да, голубкам нормально скатался. Там, знаешь, какие голубки вкусные, сочные, мощные, прям вообще были. Да я понял, что я такой дурак, что ли. Я думаю, что в Америку ради этого катался, что ли? Ой, так, захоронение. Так, ребята, сделаем контракт из того, что у нас. Ты в Калининграде таких можешь найти легко. Я с таким общаюсь, таким. Это моя шутка! Сержант нам выпал. Каждый день. Так, я делаю контракты, ребята. Смотри, Кирилл честный человек. Он абсолютно. Вот скажи, я шутил так? Да. Чисто сейчас подсос такой был, а? Пришло время, когда я буду закидывать свой хрусталь, который стоит овер до хера. Короче, этот контракт около десятки стоит. А если нам выпадет замечательная императрица, то мы окупимся на 25, по-моему, там тысяч рублей, если не ошибаюсь. Ну, дорого, в общем. Да, очень дорого. Прямо за город стоит 50. Прямо за... Да, 50 разве? Да. Ну, там, ну да, не факт, что нам прямо с завода упадет, конечно, но было бы прям прекрасненько. Я предлагаю один хрусталь и 9 антиквариатов, и все прямо с завода. То есть шанс, конечно, очень мал. Но прямо сейчас, ребята, вы можете поддержать лайкусиком, потому что очень дороговастенько это все выходит. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый видосик, и мне будет приятнее. А, ребят, вам же тоже будет приятненько, да, если нажать лайкусик? Лайкусики вообще приятненькие такие. Люблю, штучки. Когда на меня колокольчик ставят. Джингл белл, джингл белл. Нажимай на колокольчик. Отправляем контракт. Ну-ка, и да, это была прикольная история. Нет, Фреш, нет, это так не работает. Ты серьезно, я скрафтил стандарковская? Нет. Только после полевых выпала. Нет, нет, не может быть такого. Не может выпасть. Не может выпасть после полевых. Это Азимов выпал. Смотрю, Азимов, серьезно. После полевых. Подожди, а сколько? Подожди, ну, подожди. А какого хера после полевых?
А, потому что у меня какая-то пушка одна была, что ли? Просто нету прямо, прямо за... 6 тысяч, лоу! Прямо завод, и много поношено, а они минус уже, получается, я ушел чуть-чуть в минус, ну как бы в минус, но ушел в минус, да. Но в любом случае, статтрек Азимов, это тоже очень хорошая вещица. Так что, ребята, ну, за это все ваши лайкусики. Спасибо огромное, ну а прямо сейчас мы переходим на сайтец. Ну что ж, друзья, вот мы и перешли на сайтец forcedrop.net. У нас есть балансик, и я готов сегодня забирать что-нибудь прекрасное. Давай, Последний раз, когда я был до Нью-Йорка, я рейдж кейса не видел. И также здесь добавили iPhone X, доги. Тут вообще революция как будто произошла, да? Я предлагаю начать... Ой, подождите, стоп, я не изменяю акусику, стоямба. Да, блин. Три акусика, это постоянно. Забыли. Так, тише, надо сделать. Говнусика. Так, из трех акусиков я получаю. Нет, я получаю говнусь. Ой, подожди, а что? Первый класс выпал. И черный глянец, отлично. Хотя нет, подожди, оставим. Макс, ты как постоянный обитатель сайтов, как тебе рейдж кейс? Рейдж кейс мне понравился, потому что я с первого кейса выбил здесь нож за 6. Я знаешь, как к эксперту типа обращаюсь? Типа, здравствуйте, молодой эксперт. Как вы относитесь к тому или иному кейсу? Так, рейдж кейс. Ну и что? Что вы можете сказать? Ваша аналитика на выпадение из кейса. Да, мне повезло. 600 рублей. Покручу быстрее даже, но вот, что-то решит это или нет. Вот сейчас тема выпадет в плюс, ты еще раз открываешь. Хорошо. Ну давай, я уже не кручу еще быстрее, но он как бы не останавливается. Остановись, пупсик. Пупсик, остановись. Драгонфайр, нормально. Окупаюсь. Может, два раза сразу? Один. Хорошо. 600 рублей. По одному разу. 600 рублей летит. Так, это не мне случайно? Нет, это не мне. Блин, тут мне жарко что-то. Пламя? Жар. Серьезно? Десерт игры? Максим, жар. Это жар. Между ножами, сука, между ножами. Давай еще раз. Пламя стоит 4,5 тысячи. И жар падает за 15 рублей. А это что? Это хот-рот какой? А, такое пламя, что ли? Нет. Пистолет. Чинтика, это же неплохо. Ну-ка, пошла жара, поехала. Причем я хочу по фасту это открыть. А куда жара пошла? Жара пошла по-тайному. Но только что-то сломалась жара. А, во. Да, у всех завис он. Так, оп, и у нас... Неоновая революция, здравствуйте. Нео-нуар, здравствуйте. 1245 рублей. Я уверен, что соседнего кейса можно купиться. Кому там фамасы полетели, я увидел. Фамасы какие? Кто-то здесь тоже сидит, открывает еще. 251 рубль. К сожалению, не окупились. На все папки тайны. Слушай, мы тайны раньше очень редко открывали, а сейчас я смотрю, из него сыпется прям хорошо. 7 кейсов, почти 6 тысяч рублей. Погнали. 6 косариков. Так, сейчас он наберет дропа, знаешь, так сказать, из сайта, из сейчас кейса. Сейчас бы 6 азимов выпали. Не может быть 6 азимов? Или что, прям 6 азимов? Нет. Скоростной зверь, ты посмотри, Акихабарочка. Так, 6178. Нормально. А контракт не будем мутить? Продавать все будет? Ну, сыкотно контракт делать, на самом деле. Сыкотно? Я предлагаю как бы попробовать вот... Вот, из дешевых, вот, из таких 200... Вот такие, да, вот такие скины. То есть, смотри, до 5000 может выпасть, либо 316, и смотрим, что нам выпадает. Какой-нибудь ножичек. Вот это мне, да, выпало? Неплохо, 3000, вообще нормально. Огонь и вода, следующая пойдет, 4 кейса. Я почему-то очень сильно люблю осенний кейс. Осенний кейс, да, осенний кейс крутой. Он нормально бустит. Да, согласен. Так, ну а здесь нам ничего, да? Нормально. О, 3000, нормально. А, купили опять. Вернули. Слушай, а что происходит, а? Вот редко такое бывает, но мне сегодня везет. 3200 рублей опять пошли. Полетели. Плохо что-то? Или наоборот, хорошо? Куда полетели-то? X2 вообще, ёпти в карту. 3000, 6000? Да ладно, кровавый спорт, фулл инжектор, вау! Люблю твой скин. А это знаете, как с айфоном 10 было? Хочешь сфоткаться с моим скином? 1000 рублей. 19 тысяч рублей. Может выпасть, либо на полторашечку. Поседон, рыцарь, перчатки. А закинули мы пятачок. За 6-7 тысяч рублей. Ребят, закинули 5 тысяч и смотрим, нам главное больше 5 тысяч делать. Я нечаянно два раза на контракт нажал. И 5368, отлично. Я угадал. Ема, мама, бэби. Давай вот так вот
Давай один, там можно с трех вещей, там с трех вещей же можно. Ну, так это дорого, не? А, подожди. Да. Внизу, сам внизу там даст за 5 рублей. Вот, да. Нормально, еще два. Вот так открываем контракт. И смотри, прям с ножом запихиваем. Нормальные пушки. Нет, 4 пушки нормально, я думаю. Нам может выпасть либо... Нужно, чтобы было 40 копеек на балансе. Ты что, не разбираешься? Все, давай, я понял, хочешь, чтобы я купил еще один кейс, у меня будет 40 копеек на копеек. 40 копеек на счете. Так, ну что, я нажимаю 5403 рубля, и нам нож выпал. Дамасской стали, он дороже должен быть. 6400, отлично. Так, а можно еще раз? Давайте теперь. Давай еще так дюпать. А нам не хватит, смотри. Я чисто по приколу, подожди, можно же? Блин. Открой, если выпадет дороже, то да-да, поведем. Да-да-да, я понял. Так, 35 рублей. А купили в 7 раз, так что, так... Я давай, куплю. Давай на все вообще. Вот 7. 7 открываем и в контракт запихиваем. Слушайте, пацаны, приходите, открывайте кейс за 5 рублей, у вас будет хорошо все. 6500 рублей закинули. Создаем контракт и смотрим, что нам сейчас прилетает. 6,5. И нам прилетает за 8. Как прокачать? Пацаны, изи прокачка ножа. Учитесь. У нас денег нету, да? Лол. Так что, я просто это заберу и все. Ребят, я предлагаю забрать вот этот кровавый спорт. Акихабару, штык-нож. И просто наслаждаться. Потому что, ну, это очень круто. Я это все забираю. Спасибо, что сегодня были со мной. Поддержали меня лайкусиком. Потому что, как бы, болезнь нас срубила. Знаешь, как в какой-то Игре престолов там. Вебочка будет сразу же в следующих кейсах. А сегодня с вами были Варпач, Фреш, Кофе, Иксайл и Паша Клэнс. И всем удачки, и всем покусики, друзья. Всем пока, ребята. Адьюсики, мигосики, вы крутые. Я раньше сказал. Я раньше, не?